Финансовую сторону сборов выпускников берут на себя родители, и зачастую расходы на праздник совсем немалые. Специалисты компании «Суперджоп» провели опросы среди родителей 9 и 11 классников и посчитали, в какую сумму в среднем обходятся выпускные. Так, средний чек на сборы выпускника 9 класса в Перми составляет 10 тысяч рублей. Средняя цифра по России составила чуть больше этой суммы. Одеть выпускника обходится семейному бюджету недешево. Наряд для сына 9-классника в Перми стоит в среднем 10 тысяч рублей. 11-классника – 11 500 рублей. Образ для дочери-выпускницы облегчает родительский кошелек на 9,5 тысяч рублей в 9 классе и на 13 тысяч рублей в 11 классе. По сравнению с прошлым годом, стоимость организации выпускного бала и нарядов к нему в среднем выросла почти на треть, подчеркивают в «Суперджоп». Одним из первых пунктов организации выпускного дня является локация. Она зависит от численности гостей, среднего чека меню на персону. В среднем в Перми аренда стоит от 30 тысяч рублей без дополнительных опций. Естественно, арендная ситуация, ситуация с питанием гостей напрямую зависит от рынка и ценообразования в принципе. Мы понимаем прекрасно, что если индексируется цена на продукты, то, наверное, и средний чек будет подрастать. В любом случае, здесь важно любой команде, которая предлагает подобные услуги, оставаться в рынке. Также Александр Гостенегер отмечает, что в зависимости от локации и удобства проведения школьного выпускного все чаще заказывают услуги кейтеринга. Стоимость услуг выросла на 20% по сравнению с прошлым годом. Услуги кейтеринга повышаются из-за подорожания продуктов. Некоторые из них выросли в цене более чем на 100%. Приходится поднимать отпускную стоимость. Что касается тренда проведения выпускного, один из популярных ведущих примет отмечает, что на сегодняшний день выпускники школ сами выбирают, как организовать одно из ярких событий в жизни. Я думаю, сейчас идет такой тренд, когда родители начали осознавать, что выпускной – это праздник для детей. И, соответственно, уже когда происходит, например, продажа ведущего на мероприятие в формате выпускного, то происходит так, что ведущий приезжает и презентует себя не родителям, а детям. И тогда получается более тесный, близкий контакт, и мероприятие проходит гораздо лучше, потому что ты делаешь праздник и готовишь его для ребят, а не для родителей. Помимо локации и питания, ключевым звеном всего мероприятия является шоу-программа и ведущий. В среднем в Перми стоимость услуг ведущего на выпускной равна от 30 до 40 тысяч рублей. Стоимость стандартного комплекта диджей, звук, свет, ведущий увеличилась на 30% за 3 года. Родители стали больше вкладывать в шоу-программу, которая заранее готовится за несколько месяцев до выпускного. Эксперты отмечают, что организация выпускного зависит от экономических факторов – инфляции, индексации стоимости услуг. В то же время рынок старается сдерживать рост цен за счет скидок, предложений под ключ, чтобы минимизировать расходы клиентов, резюмируют аналитики.